фальшивые кроны. Глядите, бронза едва по золотой помазана. Знать, реданские сундуки пустеют. Пора разузнать, нету ли для нас какой работы на той стороне. Дайте, отважные солдаты! Вот Василиск, король всех змей! Целую армию убивает. Такие, как ты, только... Интересный у вас Василиск. Понятное дело, интересный. В наших краях такой бестии не увидишь. Они только в далекой Зерикании родятся. Из яиц петухом высиженных. Из яиц петуха, говоришь? А как же? Такого петуха, который на вроде квочки другому петуху дупло подставляет. А яйца, которые такой петух отложит, должен потом 101 ядовитый гад высидеть. И тогда из них Василиск вылупляется. Интересно, этот Василиск выглядит совсем как виверн. Кстати, довольно молодая и хилая. Глупости вы болтаете. Это же Василиск. Самый, что ни на есть, настоящий. Верно, что я там могу знать? Я ведь просто ведьмак. Эй, эй! Ежели это не Василиск, а виверна какая-то, за что я платил? Отдавай деньги, жулик! Отважные войны, не напирайте так, а то... О, берегись! Вы что, жизнь упащали? Сука! Эй, ты! Видно, не только Василиск был фальшивый, но и клетка. Такие, как ты, только болезни разносят. Паразитизм и дезертирию. Такие, как ты, только болезни разносят. Паразитизм и дезертирию. Честь и отчизна. Я пришел поговорить насчет заказа. Заказа? Ах да, что-то я такое подписывал. Говорят, какая-то тварь нападает на одиноких прохожих и бросает тела в Оксенфурские канавы. А почему вы сами этим не займетесь? Может, потому что нам нужно выиграть эту долбанную войну, и у нас нет времени лазать по стокам. Сначала поговорим о величине награды. Если ты себя покажешь как следует, тебе жаловаться не придется. Реданская армия — это не банда оборванцев. На ведьмака у нас денег хватит. О, ты начал дело говорить. Может, мы еще и сговоримся? Но пока все равно слишком дорого. О, ты начал дело говорить.
Может, мы еще и сговоримся. Но пока все равно слишком дорого. Ладно. Столько я могу дать с чистым сердцем. Я возьму этот заказ, но мне нужно больше деталей. Расскажу все, что знаю. Есть какие-нибудь свидетели? Кто-нибудь видел эту бестию? Какая-то женщина пережила нападение. Говорят, она с того времени не просыхает. Так что я бы ее поискал в корчме в Оксенфурте. Я хотел бы осмотреть тела жертв. Да трупы как трупы. Когда я осмотрю раны, будет ясно, что это за тварь. Спроси нашего коновала. Может, он не сжег еще тела? Он, наверное, в хижине сидит на берегу. Мы там как бы морг устроили. С наградой же проблем не будет? Не будет. Хочу, наконец, это выбросить из головы. Да здравствуй, да здравствуй. Блевать меня. В вечном огне сгорят наши грехи. А я всего... О, может, поставишь бутылочку жертве бестии? А ты расскажешь мне о нападении чудовища? Без бутылки здесь не справиться. Думаю, ты мне скажешь все, что я хочу, и без всякой бутылки. Да, скажу. Я тогда выходила из корчмы. А может, я и выпила лишнего. Но это мне точно не привиделось. И вот что-то в переулке окликнуло меня по имени. Было темно, и я не видела, что там. Но точно не человек. Откуда такая уверенность? Я просто знаю. Это нечто схватило меня за край юбки. Но я вырвалась и убежала. Только и всего? Немного ты видела. Ты тоже мне не веришь? Да иди ты! Ух! Такие, как ты, только болезни разносят. Поражите их. Тебя ждет смерть от отравления. Тремя фунтами стали. До последней капли. Только кожа да кости остались. Подтертый браслет. Под позолотой видно серебро. Для женской руки он слишком большой. Скорее всего, его потерял нападавший. Она только на богатых нападает. Она нас даже и не посмотрит. Глупости все. Какая чудище разница, кто бедный, а кто богатый? Обычному человеку. Ты медик? Я хотел осмотреть тела жертв. Ах да, я еще не велел их сжечь. Ты делал вскрытие? А зачем? Нищие попрошайки. Все смердели дешевым вином. Я могу взглянуть на останки? Не хочу, чтоб ты шастал тут. Мне вернуться с письменным приказом? Ну какой же ты доставучий. На тебе ключ от мертвецкой. Иди разглядывай, сколько влезет. Шейте красные с красным. Обычному человеку я бы поставил диагнозы. Он был пьян, и кто-то тянул его по мостовой. У него на шее следы клыков.
Вампир сосал из него кровь. Укус вампира и сильный запах алкоголя, как и у первого. Повреждения на теле жертв и любовь к бижутерии подсказывают, что я имею дело с катаканом. Вампир любит кровь пьяниц. Этим-то я его и приманю. Шейте красные с красным. Не пихайся. Нетрезвых молокососов, извозчиков и шкалеров с кафедры философии не обслуживаем. А я что, похож на хоть кого-нибудь из этого списка? Всегда лучше предупредить, чтобы потом не было проблем. А чем тебе шкалеры насолили? Давай не будем об этом. Что принести? Покажи мне свои... Хочется нажраться, как свинья. И желательно дешевым вином. Неприятности с девушкой? Неудачи в торговых делах? Ни то, ни другое. Работа у меня такая. Но наличность, пожалуйте, вперед. Давай, пусть кружка все время будет полной. Девица из Виковара любит только зомбаром. У второй из Виковара не в чести ложится даром. И что? Никто не пришел. У него не было сил. Сука, не слышит. Попробую еще один куплет. Тебя ждет смерть от отравления 3 фунтами стали. Крутой выискос. А у третьей нету правил, лишь бы кто-нибудь да вставил. А у третьей нету правил, лишь бы кто-нибудь доставил. Что все это значит? Хамство и деградация! Упадок морали и нравственности! Ладно, ладно. Честь и отчизна. Я чую твою кровь. Ну иди сюда, скотина. Я выпью твою кровь. Yeah.
этот чертов катакан. Я его слышу. Над рекой. Я уничтожил чудовище, которое убивало жителей. Здесь поселился катакан. А ты правду говоришь? Что еще за катакан такой? Высший вампир. Очень интересный случай. Это по какому же поводу такой скотиной можно интересоваться? Он питал слабость к алкоголю, и у него было чрезвычайно раздутое самомнение. Ну, главное, что его кондрашка хватило. И тебе за это честь и слава, ведьмак. Прощай.